Я слышал, что вчера у тебя был твой первый раз. Да. Так расскажи нам об этом. Рассказать? Ладно. Вначале я паниковал, очень сильно. Стыдно было жуть. Но потом та девушка, которая мне дала, сказала, что так бывает вначале. А потом понравится, и знаете что? Мне это реально понравилось. И теперь я только этим хочу заниматься. Где угодно, когда угодно, с мужчинами, с женщинами, неважно. Главное, я тащусь от этого. Я в восторге. Короче, вот моя... Первая взятка. Так много? Тут больше твоего месячного оклада. Угу. Поздравляю, ты теперь коррумпированный. Так же, как и мы. Да, спасибо. Но знаете, мне кажется, я преуспею в этом деле больше, чем вы. Потому что мне это понравилось больше, чем секс.